Вот тогдашние их листовки, пастующие террасы. Около 20 человек из числа старейшин собрались 2 сентября на торжественный митинг в городе Чедерлунга. У стелы в память о Приднестровском конфликте участники митинга выразили свою солидарность приднестровцам по поводу провозглашения Приднестровской республики 23 года назад. Юг и Приднестровье были против всеобщей руманизации Республики Молдова. Значит, Юг и Приднестровье были за независимость нашей республики, Республики Молдова. Поэтому и приднестровцы подняли вопрос о своей независимости. Планы по объединению Молдовы с Румынией стали одной из причин молдавско-приднестровского конфликта в период 1989-1992 годов, что стимулировало приднестровцев к провозглашению своей республики. Такой же исторический путь прошли и гагаузы к получению национальной языковой автономии. Это стало главным фактором, объединяющим население этих территорий, высказали свои мнения выступающие. Собравшиеся вспомнили отдельные эпизоды молдавско-приднестровского конфликта и сожалели, что история этих памятных дней постепенно предается забвению. Распольчане потеряли много людей. Много. И то, что сегодня собралось так нас совсем мало, это говорит о том, что мы забываем те дни, те события. И очень правильно сказать, что если бы заранее подумали все эти вот мероприятия, заранее планировать их, может быть, сегодня и некоторые пошли в школах перед детьми выступили, если они сами не могут. Почему бы и нет? Молдавская Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на втором съезде народных депутатов всех уровней, но официального признания так и не получила.